Английская премьер-лига начинает новый сезон. А вместе с Англией и мы начинаем. Георгий Черданцев и Константин Генич. Сегодня Бернли встречается с Манчестер Сити. Посмотрим на состав хозяев. Тренер избрал расстановку 4-5-1. И здесь понятна задача группы атаки – вывести центрального нападающего на чужие ворота. Смотрим состав Манчестер Сити. Данная расстановка требует высокой координации действий игроков. Да, вместе атакуют, но и, разумеется, вместе обороняются. Пауло Дибала. Кевин Де Брюйн. Аут бросает Манчестер Сити. Рахим Стерлинг. Навешивает штрафную. Есть там кому сыграть. Не стал мяч ловить вратарь, кулаками его выбивает. Команда выходит на матч с обновленной средней линией. Новый центральный полузащитник сегодня проведет первую игру в составе команды. Команде нужно было усиление, и вот мы видим нового футболиста в середине поля. Посмотрим, как он войдет в игру команды. Да, это был удар на удачу. Бернардо Сильва. А вот и сегодняшний именинник в игре. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыграл. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Сбрасывает мяч. И он мажет из выгоднейшего положения. Мы уже были уверены, что счет голам в этой игре будет открыт. Однако, точности не хватило. Рахим Стерлинг. Грилиш. Ло Чельсо. Робби Брейди. Хорошее владение мячом перед штрафной площадью, но пора бы и обострить. Кевин Де Брюйн. Жезус. Рахим Стерлинг. Ну, решай же! И делает он это. Отличный гол забивает. Все четко он сделал, все как надо. Выводит он свою команду вперед этим ударом. Пример подает своим товарищам капитан и забивает вот такой красивый гол. Да, ну не зря у него все-таки повязка на рукаве, он настоящий лидер и сыграл здесь великолепно. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Бернардо Сильва. Жезус. Бернардо. Де Брюйн. Стерлинг забивать должен. Жезус. Удар в штангу. И правильно, долой мяч из штрафной. Они сделали все для того, чтобы забить больше в этом матче. Но вот в этом моменте попали в штангу. Потери и у соперников. Жезус. С этого углового можно укрепить преимущество. Навешивает с углового. Стоунс! Голкипер справляется с этим ударом на отлично. Аарон Леннон. Ло Чельсо. Навес на ближнем. Защита первая на мяче. Вынос. Де Брюйне. Грилиш. Бернардо Сильва. Ну, не просто, конечно, такую оборону проходить. Это пассивный такой режим и ставка на превосходство в количестве, я бы сказал. А грубо в отборе играет он. Желтая будет. И это желтая карта. Чельсу.
Две минуты добавляют. Минди. Кевин Де Брюйн. Аарон Леннон. Уходит команда. Ман-Сити ведет в счете после первого тайма. Смотрим, что будет в тайме втором. Рахим Стерлинг. Положение вне игры. Жезус. Рахим Стерлинг. Бернардо. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. Бернардо Сильва. Дибала. Теряет атака мяч в штрафной, вынос. Аарон Леннон. Может получиться интересная атака. У защиты оказывается мяч. Тут опасности нет. Де Брюйне. Не знаю, как болельщики к этому отнесутся, но озвучить эту новость просто обязан. Лука Модрич переходит в Баварию из мадридского Реала. Да, совсем скоро информационное поле нормализуется и будет ждать какой-то новой сенсации. Дибала. Дибала! Гол должен быть! Не дает защитник нанести удар, но мяч все еще... Удар! Шанс для команды довести отрыв до двух голов, если забьют с этого углового. Замену. Сразу три игрока покидают поле. Не часто такое увидишь. Антони Лимбомбе. Решил пробить. Угловой приятный бонус, когда ты и так ведешь счет. Навешивает с углового Де Брюйне. Выбит мяч из штрафной. Центр штрафной, мяч направлен. Ну, возможно, в следующей атаке им повезет больше. Мяч перешел к другой команде. Пеллегрини! Забивать нужно! Командам 20 минут осталось играть в этом матче. Жезус. Пеллегрини. Нужно бить по воротам. Оставляет мяч. Штанга. Не повезло немного. Фил Бартли. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Габриэль Жезус. Тренер домашней команды сейчас произведет замену. Игрок уже хорошенько размялся и готов выйти на поле. Замена по счету. Им необходимо забивать, чтобы спасти этот матч. Жезус. Нет, не дошел этот пас до адреса. Пошли последние 10 минут игры. Кевин Де Брюйн. Вперед игра идет. Мяч у атакующей стороны. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу.
Отлично играют в пас. Прямо любо-дорого смотреть. Да, сыгранность и взаимодействие у этих ребят на высоте. Очень активно. Пас на ход партнеру. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Аарон Ленн. Жезус. Пеллегрини. Очень неприятная травма. Судя по всему, потянул он мышцу. Фил Бартли. 2 минуты добавлено к основному времени тайма. Так, теперь все вперед. Вратарь вперед. Все вперед. Атакуем. Потеряли они мяч. Теперь надо отходить в оборону.